перекрестка. Я слежу по дороге за состоянием медицинского оборудования. Ты встретишь парня по имени Шеп. Чтобы оно хоть как кувалда свежевал всех членов его семьи, а язык кожи сделал навес. Не повезло Шепу. Но он парень неплохой. Будет здорово, если ты сможешь ему помочь. Я комплименты редко раздаю. Но у тебя все просто отлично вышло.